Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами снова Асхат Халилов. И сегодня небольшой обзор предметов, бумаги для рисования. В данном случае я приобрел чернографитные карандаши Sonnet вот в такой симпатичной упаковке. Изготовлен в Китае по заказу ООО «Питер Арт Сервис». Ну, мне продавцы сказали, что это одни из самых качественных карандашей в их магазине. Вот такие уже заточенные карандаши. Достаточно симпатичные. Также я приобрел цветные карандаши фирмы Sonnet, 36 цветов. Вот какой выбор, какая цветовая гамма. Первый ряд и вот второй. Тоже изготовлено в Китае по заказу Питер Арт Сервис. Питер Арт Сервис. Безопасно при использовании по назначению. Ну, в принципе, это тоже одни из лучших наборов, которые были в магазине. Все это приобреталось, в смысле, приобретено в подарок сыну друга. То есть, вот родители заботиться, чтобы подарки были в том числе полезны, развивающие, чтобы простимулировать ребенка желание рисовать. Также, естественно, я приобрел то, на чем можно рисовать. В данном случае вот папка для черчения. Здесь 10 листов по 160 граммов бумага. ТО «Вектор», город Шымкент, производство Республика Казахстан. Это А4 формат, из 10 листов. Также еще одну такую симпатичную папку для черчения. В данном случае произведено в России. Тверская область, город Тверь. Папка для черчения. Возраст рекомендован от 3 лет. Здесь тоже, наверное, где-то 10 листов. Ну и все-таки я приобрел еще вот А3 формат. Такой очень симпатичный. Упаковки, что для детей немаловажно. Каменногорская фабрика офсетных бумаг. Здесь 10 листов тоже. То есть ребенку будет где развернуться. Естественно, раз я приобрел карандаши, я приобрел точилку. Она, ну, открытая, то есть есть закрытая, считается как бы лучше, что мусор при заточке не попадает никуда. Но мне сказали взять вот эту. Она очень из всех представленных в магазине очень хорошо затачивает. Это фабричный Китай, тут откровенно об этом написано. Но точно не отлично. Также попросил очень хорошую резинку для стирания. В данном случае мне дали вот эту, сказали, одна из лучших производства Кореи. Она и вправду очень мягкая. И, в принципе, она такая большая, прослужит достаточно долго. Вот, я сам люблю рисовать в данном случае графику карандашами. И всем рекомендую детям покупать не планшеты, только и смартфоны, которые портят им с детства глаза, а вот все-таки покупать такие полезные
вещи, позволяющие развивать мелкую моторику ребенка, как известно, напрямую развивает мозг. Вот карандаши, резинка, точилка. Подарок сам по себе мне самому даже понравился. То есть это и вправду вещи, которые стимулируют творчество. Все-таки спасибо дизайнерам, производителям. Они очень красиво, эффектно упаковали все. Приятно все это держать в руках. Спасибо за внимание. Если вам понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, можете ставить дизлайки. Главное, не оставайтесь равнодушными. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал. Будет много новых, интересных видеообзоров. До свидания. Всего доброго.